Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лилия Читрару продолжает улучшать свою внешность. На этот раз она решила поставить виниры на зубы. Захарьяш возмущается. У Лили свои хорошие зубы. Зачем их спиливать? Эта халява затягивает девушек. Если бы ведущие поставили запрет на пластику и отменили операции за рекламу, ситуация бы изменилась в лучшую сторону. Марина Африкантова пишет посты о том, как хорошо их кормят на острове. Вот такую вкусную еду нам готовит повар. Я фотографирую каждое его блюдо. Он большой молодец. Олеся Клочко, которая прилетела на Сейшелы, кроме Капаклы, заселилась с Алексеем Марченко. Несмотря на это, девушка зовет на остров Никиту Шалюкова. Он ей очень нравится. Подтвердились слухи об уходе Ирины Донцовой с проекта. Донцова пишет: «Жизнь моя сложилась, как сложилась. На другую я ее не променяю». Также на недавнем ток-шоу «Покинули Дом-2» Оля Рапунцель и Дима Дмитренко. Рапунцель не хотела уходить, но Дима, несмотря на слезы жены, был непреклонен. Саша Черно купила щенка мопса. «Мы долго не могли определиться с породой. Я сама выбрала мопса, потому что они очень ленивые, прям как я». Теперь Саша с Иосифом Оганесяном с удовольствием заботятся о малыше. Собачку назвали Чарли. Дарина Маркина и Никита Кузнецов благодарят зрителей за поддержку в конкурсе «Любовь года». Ребятам приятно, что есть люди, которые болеют и переживают за их пару. Ольга Бузова заняла 14 место в списке Forbes. Она обогнала по уровню доходов даже Николая Баскова, а Ксения Бородина вовсе не вошла в этот престижный рейтинг. Ольга поделилась с подписчиками необычным видео. Она станцевала зажигательный танец с Андреем Малаховым. Они танцевали в обнимку под песню Софии Ротару. Многим стало интересно, как к этому танцу отнесется жена телеведущего. Также удивил подписчиков Бузова и ее новый концертный наряд. Ее не раз высмеивали за колготки со стразами и короткие шорты. Теперь она выходит на сцену в красных брюках. Дарья Пынцирь открыла свою студию маникюра. Поздравить девушку пришли близкие друзья, а также участники Дома-2. Всех угощали шампанским и сладостями. Многие считают, что не случайно на снимках Даша прикрывается букетом цветов, а Нелли Ермолаева – сумочкой. Не иначе, как девушки находятся в интересном положении. Очередную волну слухов о расставании Игоря и Эллы Трегубенко спровоцировал новый пост девушки. Все гадают, что же могло произойти в их семье. «Предательство – привилегия близких», – написала Элла. Прям в точку. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.